Привет, друзья! У меня объявление для тех, кто хочет постоянно развиваться в сфере натяжных потолков. На следующей неделе, 23 и 24 ноября, будет проходить обучение по установке натяжных потолков на профильной системе Люмфер. Продолжительность обучения – один день с 9 утра до 6 вечера. Соответственно, вы можете выбрать, когда вам удобнее посетить это мероприятие – 23 либо 24 ноября. Место проведения обучения – Минпо, город Москва, Павелецкая набережная, дом 2. Давайте теперь посмотрим программу обучения. Для этого заходим на сайт ассоциации «Напор» и смотрим. Вот, ближайшие курсы нас интересуют. Вот это 23-24 ноября. Нажимаем «Подробнее». Так, открытая регистрация. Для того, чтобы нам выбрать какую-то дату, ну, нажимаем под соответствующей датой и регистрируемся. Не забываем указать, что от Мишани тогда вы будете участвовать в розыгрыше люстры. Давайте посмотрим, какие темы. Безрамный парящий потолок с подсветкой и без подсветки. Тема сейчас актуальная. Хотите, ставьте туда светодиодную ленту, хотите, не ставьте. Можно использовать и так, и так. Вторая тема — ниша люмфер. Тоже очень интересное дизайнерское решение. Дизайнеры очень любят делать вот такие вот всяческие ниши. Треки просто, это сейчас прям такой тренд пошел. Вот, очень самому интересно тоже посмотреть, попробовать смонтировать, потому что я только видел, но сам скажу честно, не ставил. Вот, остров с диффузным освещением, это я пробовал. Единственный профиль люмфер, который я попробовал, да, вот в Новосибирске. Так, листаем дальше. Парящие линии. Парящие линии тоже интересная штука. Причем, чем она хороша, да? Что линии от люмфер, они имеют одинаковую ширину. И то есть вы можете идти по стене и потом перейти сразу в потолок. То есть, используя одну заглушку, у вас никаких переходов не будет. По прямой у вас пошла световая линия. Но это потом мы, может, у меня тут на стенде попробуем. Вот, и тема шестая — это лампы люмфер. Вот как раз такую лампу обещали разыграть среди тех, кто придет по промокоду Мишаня. Вот, и еще одна добавилась тема, тут фотографии, к сожалению, нет. Прямоугольный светильник люмфер. Вот, ну тоже посмотрим, что это такое. Меня туда, кстати, пригласили, я там буду 2 дня, там с вами и увидимся. Кстати, стоимость обучения составляет 2500 рублей. А теперь давайте посмотрим отзывы, как это было в прошлые разы. Я здесь оказался, так как решил сменить свою деятельность, то есть начать с нуля и развиваться в сфере натяжных потолков, как монтажник, так в дальнейшем, я надеюсь, и предприниматель. Просто что я хотел сказать, я пришел сюда вот сегодня на бесплатный мастер-класс, и вот первые полчаса, наверное, минут 40, появилось желание большое пройти курсы здесь, но даже не отчасти это из-за этих стендов красивых там, подсветок и возможности попробовать все профили в одном месте сразу. Я увидел мастеров, молодых ребят, которые замечательные. Вот. И мне захотелось вот именно начать с этой команды, знакомство с этой сферой деятельности. Хотел сказать спасибо организаторам мероприятия. Все очень понравилось, прям все молодцы, профессионалы. Даже особо вопросов не возникало, потому что ребята уже наперед все там отвечали. То есть вопрос еще в голове не сформировался, а уже получал на них ответы. Из продуктов Lightbox больше всего понравился. Ну вообще, как бы я видел уже эти профиля на потолок пати, да, и просто, ну, оставались вопросы, потому что как они применяются, эти профиля, да. Я благодарен организаторам этого мероприятия, что была возможность познакомиться с этими системами, пощупать руками, посмотреть на практике, как они применяются.